Чего ты морожишь? Ко мне тут в бочечку с водичкой прилетел огромный водяной вжух. Это очень хищнические вжухи. Они жрут рыбок, головастиков, лягушечек маленьких. Вот, например, если бы в мой аквариум влетел такой, а не поменьше, то он целиком бы сожрал петушка Хайпа. А тот только хвостик понадкусывал. Сейчас я попробую к нему телефон опустить прям в воду и посмотреть на этого вжуха. Вот он сидит. Прячется такой. Типа, а, меня нету. Красивые они такие. Ну, звук там не будет, наверное, хотя надо будет проверить. Сейчас булькнем. Так, я взяла другой телефон, потому что тот после купания, у него динамик не работает. Ну, в смысле, работает, но слышно все плохо. Вот. Выловила жука. Ай, стой! Да стой ты! Сейчас мы тебя куда-нибудь, например, вот сюда. Он прекрасно живет без воды. Он умеет летать. Да, именно так они перемещаются из водоема в водоем. Вот. Но у него вот такие лапы с шипами. Задние, вон там шипы на них. Очень большие красивые глаза. Вот. Ай! Глаза покажи нам, сфокусируй. Вот. Вообще и зеленоватая такая болотного цвета спинка. О. Ползают. Нормально ползают. Дышат они кислородом. Они всплывают, хватают воздух и снова плавают. То есть никаких жабров, ничего у них нет. По-моему, они еще под крыльями этот кислород, ну, воздух хранят. Вот. Ну, такая вот она хищническая вжужелица. Жук-плавунец. Миленький. Миленький хищник. Отпустим его обратно. Я вроде не знаю, он улетит отсюда, тут есть нечего. Где он? Вон он. Все, сиди. До каких-нибудь тут поживи и уходи. Спрятался. Крупный очень. Я обычно мельче видела. Это прям такой мощный жук.
Его можно было бы где-нибудь содержать, конечно. Но... Очень красиво, надо его сфоткать еще. Ой-ой-ой. У нас в окно врезался ястреб-перепелятник. Но вроде с ним все хорошо. Да, вот полетел. Нет, Мороз, не надо на улице. Дождь идет. Я в комнате там ящерок кормила. Тут услышала такой чпонька, как будто какая-то пластиковая бодейка упала. Пошла по дому смотреть. Ничего не нашла. Выглянула в окно и смотрю, елка очень внимательно куда-то вот смотрит здесь. В итоге я подумала, что... Вот она там бдит. Я подумала, что собаки какие-то здесь, может, что таскают. Выглянула вот в это окошко, и вот здесь вот прям вот на траве лежал перепелятник. Я бегом наружу. Но вот я сейчас дверь открыла, и он сразу же вспорхнул, улетел. Вот на нее, по-моему, след остался. Вот этот вот. Вот он. Да, вот это вот крылья. Если вот так смотреть. Ну, хорошо, что все хорошо. И, в общем, он так чуть-чуть оглушился, но полетел ровно, без травм. Сейчас где-то вот там в деревьях сидит. Глупая птица. Истребочек. Дождик сегодня идет с самого утра, но даже лужи у нас появились вообще. Это удивительное в этом году явление. Я дома сижу.